Новый Уренгой продолжает готовиться к грандиозному бойцовскому шоу. Напомню, турнир по смешанным единоборствам «Полярный медведь» пройдет в воскресенье во Дворце спорта «Звездный». В 10 поединках примут участие как любители, так и профессиональные бойцы ММА. Среди звездных гостей – чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Евразии по рукопашному бою, действующий боец UFC Рустам Хабилов. Несмотря на то, что на этих состязаниях он будет выступать в роли секунданта, Рустам Хабилов не прекращает тренировочный процесс. Насколько тернист и сложен путь в профессиональный спорт, узнал мой коллега Павел Прожогин. Постоянные тренировки – неотъемлемая часть его жизни. Настоящий боец всегда должен быть в форме. Рустам Хабилов – один из ярких представителей России в смешанных единоборствах. За свою профессиональную карьеру он провел 21 бой в различных турнирах, в том числе ММА. В 18 одержал победу. Бойцы из 9 стран в полной мере прочувствовали на себе мастерство Рустама. Спортсмен признается, в свое время просто попал в правильные руки. Все началось с боевого самбо. Я попал в зал и хорошие руки хорошим тренерам. Абдулманапов Нурмагомедов довольно-таки известный тренер. Много бойцов дерутся в UFC, много чемпионов мира по боевому самбо. Я начал тренироваться, там был молодой, и там были уже именитые спортсмены, борцы и бойцы, я с ними рос. В боевом самбо Рустам Хабилов дорос до титулов чемпиона России и мира, добился больших успехов в рукопашном бое, продолжил профессиональную карьеру в ММА. Позже стал выступать в абсолютном бойцовском чемпионате, больше известном под аббревиатурой UFC. Нелегкая эта работа – подставлять боксерские лапы под акцентированные удары. На тренировке эту миссию выполняет чемпион Уральского федерального округа по ММА Даниил Зайналов. Несмотря на то, что тренировочный процесс только начинается, Рустам Хабилов вкладывается серьезно. По-другому нельзя. Если хочешь чего-то добиться, нужно упорно работать. Первое правило, железное правило – это дисциплина. Должен пройти первым, выйти из последнего зала. Это... Есть успех. Я знаю, хоть где бы я ни был, я должен тренироваться. Вообще, после долгого простоя, после долгого отдыха, после этих боев, которые я провел, я начал тренироваться именно здесь, в этом зале первую тренировку я провел. И теперь буду уже отсюда продолжать подготовку на свой следующий бой. Я здесь пока нахожусь неделю, буду втягиваться. На предстоящем турнире «Полярный медведь» Рустам Хабилов в октагон не выйдет. Он будет выступать в качестве секунданта. Тем не менее, у новоуренгойских приверженцев смешанных единоборств есть возможность перенять опыт действующего бойца UFC. Мастер-класс и открытая тренировка с участием Рустама Хабилова состоится в субботу во Дворце спорта «Звездный». Павел Прожогин, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».